На трассе М-12 завершается 8-й этап строительных работ. Он включает в себя прокладку мостов через Волгу и Мёшу. На мосту через Волгу забурено 355 свай. На правом берегу началась подготовка к первой надвижке пролетных строений. Предварительные итоги первой в России сельскохозяйственной микропереписи сегодня озвучили в Казани. Здесь прошел круглый стол с участием руководства Росстата. Так, общее число сельхозпредприятий и крестьянских хозяйств по сравнению с 2006 годом снизилось. На 7,5% за последние 5 лет уменьшилась и общая площадь сельхозугодий. Сегодня в Казани прошел республиканский фестиваль родословный «Эхо веков в истории семьи». Имена победителей объявил глава парламента республики Фарид Мухаммедшин. В этот раз участие приняли 36 семей. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.